Хабаровского называли «газовые мухи». Она у нас един... Начинаем показ техники ДТР, который везет по себе гирлянду, которая будет возложена в родине матери. И за ним начинает торжественный марш подразделения. Подразделение батальона быстрого реагирования «Беркут». Наш знаменитый «Беркут» помнят в Приднестровье, помнят в Одессе, помнят в Кибербетровске, в Крыму. Это подразделение, которое в любое время суток может выполнять боевую задачу. Только за 4 месяца этого года с ними 155 преступников задержано. На марше подразделение полка патрульно-постовой службы милиции. Это подразделение самое многочисленное у нас в городе. 2,5 тысячи преступников задержали в прошлом году. 90% пошли на гражданскую службу. Я призываю подразделение уведомственной охраны. Это подразделение Китайского Марокина, которое имеет прекрасную вылечку, которая может выполнять любую задачу, если она действительно выполняет, не только выполняет. Они постоянно должны сам думать в обеспечении правопорядка и борьбы с преступностью. Я не могу, 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 я не
Поехали. Thank you.
Готов.